Здорово, друзья, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 13 марта, 3 часа ночи, и магазин обновляется, поэтому прожимайте лайкос, прожимайте вот это вот прекрасное дело, и мы начинаем. Так, пока ждаем магазин, ребят, хотел напомнить, что помимо того, что вне магазина можете купить все, что угодно для Fortnite, да, и других игр, также вы можете узнать, сколько вы потратили V-баксов на свой аккаунт Fortnite. Проходите по ссылочке в описании. В закрепленном сообщении есть, чекайте. Начинает, видите, как будто у нас магазин по чуть оживает, или это уже какая-то надежда, но начали появляться скины, которым Лего стили только подобавляли. Может, нас еще чем-то порадует, например, там Маршмелка, я слышал, тоже со стилем нынче. Давайте. Так, у нас остались американские футболисты, пролистываем, лего домики тоже пролистываем. Так, у нас здесь деваха вот эта с рейтингом, офигенная деваха, но она уже была. Нам добавили под Дарбургер, друзья, добавили у нас оператора Кассы Джонси за 800 и его лего стиль. Ну, как я видите, как я сказал, лего стили подобавляли, и пул скинов, которые нам теперь крутят по кругу, стал чуток шире. Оператор Кассы Джонси. Окей. Окей, за 800. Ну, такой, попрет скин. Не так, чтобы топовый. Вот это классный скин за 800. С учетом, что Бургермен классический стоит полторашку. Это 800. Смотрится достойно. И лего стиль тоже уже есть на нем. Дальше это эмоция повелитель бургеров. Я думаю, это все под лего домик. Я думаю. Все под лего домик, это у нас закинули. А нам случайно там комплект под не сделали какой-нибудь? Как я говорил, было бы круто, если бы они к Дарбургеру, комплекту лего домика, докинули бы вот скинчики, эмоции, ну что-то такое, чтобы у нас не просто домик был в комплекте, не только лего режим, а еще и туда бы скинчики закинули, было бы поинтереснее. А, я еще пропустил эмоцию, ребята, это пицца. Пицца. У кого там скины купленные, ребят? Оля, у него рот в другом месте. Смотрите, прикол. Оп. Прикольно. У кого скины черепашек-ниндзя купленные? Вот, вам эмоцию. Спускаемся ниже, здесь у нас... О, здесь у нас новинка, Beat Back Soon. Это, ребят, я знаю, для чего они эту эмоцию добавили. Это в следующий раз, когда у нас, когда у нас будет сервера выключены между сезонами, они вот это добавят. Чекайте. Я вам говорю, это чисто между сезонов, теперь у них заглушка будет. Блин, или они рафлят так над нами. Ну, короче, ну эмоция топ, ребят, эмоция топ, мне нравится, хорошая эмоция, хорошая. Так, стрела только была, особо не акцентирую внимание, нормальный скин, но я всегда не понимал, почему 1500 дороговато. Сеньор Помидор, я всегда его хейтил, можно сказать, мне не нравится. Мара. Да нормальный скин, нормальный, попрет, 4 стиля, крылья, 1200, лего стиль. Нормальный играбельный скин. Эмоция топчик новенькая. Идем дальше. У нас Гарпия за 2000. Скин в комплекте со следом. Редкий случай, когда у нас комплект со следом. Да, комплект со следом. Все, я насказал. Лего стиль. Все как это. Выходил это еще раз. Едем дальше. Дальше это у нас багряная метка. Офигенный скин играбельный за 800. Дальше у нас банан, который нам за этот сезон... Вернее, уже за прошлый сезон кинули столько раз, что... Я не знаю, кто его не мог не купить. Эмоция крест-накрест. Брейкденс. Брейкденс. И... Оба! Оба! Что-то новое. Ничего себе. Это у нас Луча, друзья. И Луча Дор. А сколько их не было? Сколько? Киберспортсмены уже скиллуху свою потеряли некоторые. Лучи не было 129 дней, а Лучидора 173, друзья. Всеми любимый скин. 1200 V-баксов это, 1200 V-баксов это. Им добавили лего стили, и вот они здесь. Ля, прикольно. В лего прикольный, так не очень. А в лего ничего. Деваха, кстати, в лего тоже ничего выглядит. Ну, с кирочкой и с дельтом. Фулл набор 2200 по отдельности. 1200, 1200 и по 800. Либры. Вообще офигенный дельт. Мне нравится. Неплохо, неплохо. Хоть что-то новенькое. Относительно, но новенькое. Руфус у нас остался. Докинули нам схватку, которая тоже была кучу раз за это время. Докинули нам мрака. Отличный скин, который тоже был 1000 раз. Электрический ток. Это топовая эмоция.
Хорошая эмоция. Едем дальше. У нас здесь кайфучий скин фенечки с двумя стилями за полторашку. Вот, тут уже без лего стиля. У нас кайфучая кирка всевидящего ока. Любят люди эту темку. Так, у нас сталь добавили. Сталь, кстати, еще я смотрю без лего стиля. Но тут сам скин хороший. 1200, 3 стиля. Играбельный, отличный скин. Дальше обойма. У обоймы тоже стиль есть более яркий. За штуку 200. И бандольер у нас за полторашку. Это скин от этой девахи. Но, к сожалению, у него в комплекте вот этот бэкпэк. Из-за этого он стоит 1200. О, 1500, извините. Не было бы бэкпэка, было бы лучше. С точки зрения цены, тем более бэкпэк абсолютно бесполезный. Ну, понятно, гага у нас осталась. Гага, пачка музыки, машинка, та же самая, колеса. И здесь все то же самое, ребят. Новинка, хорошая эмоция. Чуть-чуть разбавили нас скинами. Неплохо. Не скажу, что там супер что-то нереальное. Не забывайте, друзья, если у вас не хватает веб-баксиков, скинов там или что-то в этом духе, хотите закупиться, Немагаз вам поможет. Не забывайте подписываться на телегу. Скоро запущу розыгрыш в телеге СПТ 083. Поэтому врывайтесь. Спасибо, что смотрели. Лайкос. Пока.